Анонс и точная дата выхода 9 части сериала «Сельский детектив. Кошки, опасные для жизни». Премьера сериала состоится 24 сентября на телеканале ТВ-центр. Сюжет сериала. Городская жительница Олеся, выбравшая проживание в далекой деревушке Ольховка с пожилым дедом, вместо заграничных курортов стала завидной невестой. За сердце остроумной красотки сражаются сразу два кавалера. Едва появившись в населенном пункте, она заслужила репутацию настойчивой, самоуверенной и успешной девушки. Она становится свидетельницей преступлений или оказывается неподалеку мест, где совершены убийства, поэтому берется за расследование, обладая прекрасной памятью и умением подмечать важные мелочи. Она добивается разрешения у начальника местного отдела милиции и помогает лейтенанту Кузьме распутывать запутанные случаи. Отношения на любовном фронте остаются неизменными из-за многих факторов, влияющих на избранника Григория, а свадьбу приходится отменить. Даже неудача не может сломить твердый характер Леси, продолжающей принимать участие в разбирательствах. Напомним, премьера сериала состоится 24 сентября на телеканале ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы, ищите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.